12 апреля нынешнего года вполне возможно назовут судьбоносным для себя многие представители тверской молодежи. Ведь кто-то из них наверняка выбрал профессию всей своей жизни на ярмарке вакансий. В Твери региональный этап этой всероссийской акции состоялся во Дворце детей и молодежи. С организаторами и участниками пообщался Роман Быков. В Тверском дворце детей и молодежи в эту пятницу было как никогда многолюдно. Сотни студентов, представители среднеспециальных учебных заведений, вузов, предприятий и даже силовых структур. А все потому, что в этот день здесь прошла ярмарка вакансий для подрастающего поколения. При этом стоит отметить, что в нашей области местом проведения ярмарки стала не только Тверь. Аналогичные мероприятия состоялись в Бежецке, Балагом, Вышнем Волочке, Кашине и других муниципалитетах. Там тоже предприятия и ведомства приглашали молодежь на работу. Всего 200 организаций примут участие в организации 14 площадок. Около 4000 вакансий заявлено в рамках проведения ярмарки. И для всех участников будут организованы мастер-классы, профессиональные тренинги. Традиционно в ярмарке принимают участие представители ведущих отраслей промышленности Верхневолжья. Машиностроения, агропромышленного сектора, швейного производства, оборонного комплекса, а также ведомств, сотрудники которых носят погоны. Это военные, МЧС, МВД, УФСИН. Все работодатели отмечают, что благодаря ярмарке вакансий им действительно удается найти новых работников. В первую очередь благодаря формату акции. Можно лично посмотреть, пообщаться с, ну, в данном случае, с ребятами-студентами, с ребятами-школьниками, с соискателями напрямую, дать какую-то дополнительную информацию сразу же на месте, рассказать о нашей компании. Плюс, конечно, общение с коллегами-работодателями, с представителями кадровых служб. Многие предприятия приезжают сюда каждый год, поэтому уже с конкретными цифрами на руках могут сказать, сколько человек приходит к ним на работу по результатам личного общения на ярмарке вакансий. Ну, по крайней мере, от 20-30 таким образом приходит к нам. Обычно мы проводим небольшое анкетирование. Ребята, кто заинтересован, оставляют нам свои контактные данные, и потом ведет статистика. Даниил Глазунов – один из тех, кто как раз и нашел работу благодаря ярмарке вакансий. Пока он еще студент, но совсем скоро станет сотрудником на современном производстве компьютерной техники. Прогрессивный завод, на котором хочется работать. Ну и, конечно, потому что я хочу заработать по специальности. Я учусь в Тверском химико-технологическом колледже на третьем курсе по специальности компьютерной системы и комплексы. Ну а те, кто не определился с профессией сейчас, могут не огорчаться. 28 июня по всей стране, в том числе и в Тверской области, пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.